Всем привет! С вами Маша и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослав Мудрый Воронцов. Знаете, вчера я слушала очередную лекцию очередного умного человека, в которой он говорил о том, что в нашей жизни есть три источника наполнения энергии, наполнения силой, наполнения счастьем. И один из них — это природа. И он говорил о том, что природа — это что-то, что дает нам вечную силу, вечную вот энергию. Это какой-то некий неисчерпаемый источник силы. И сегодня утром я вот гуляла с собакой со своей по парку и раздумывала над этим. В последнее время мало сплю, мало времени на отдых, и вот я была несколько истощена и подумала, а почему бы не попробовать наполниться из того источника энергии, который есть вот тут рядом со мной. У меня под домом чудеснейший парк с озерами, с деревьями, логично, конечно. И вот я гуляла по этому парку и решила, почему бы не попробовать вдохновиться от того, что есть вокруг меня. И я начала смотреть по сторонам и просто фокусировать свое внимание на природу, на то, что находится вокруг меня. У меня в парке очень много белок, и люди, которые здесь гуляют, приучили их, что они их подкармливают орешками, какими-то вкусняшками, и эти белки никого не боятся, они прям к тебе подбегают, близко, рядышком. Ну, у меня, правда, собака на них гавкает и сразу всех отпугивает, но при этом их очень много, они так стоят заискивающе, смотрят на тебя, типа, давай, давай свои орешки. И вот я шла, смотрела, встретила сегодня очередную белочку, смотрела на это все и прям чувствовала, как изнутри я наполняюсь некой... Это очень тяжело мне лично описать, это такие очень интересные ощущения, они очень специфические, очень такие особенные. Я раньше аналогичные чувства всегда чувствовала в горах, но мне раньше только горы давали это чувство, такое вот величие природы, уединение с природой, красоты природы. Это все наполняет неким очень специфическим, очень таким интимным чувством. А сейчас, сегодня я шла по парку, смотрела вокруг, слушала шелест листвы под ногами, у нас очень много листьев, их никто не убирает, с осени остались. Смотрела вокруг на деревья, на эту красоту, и хоть оно сейчас и не зеленое все, но ты просто смотришь на это величие, величие природы, величие деревьев, и вот наполняешься, и такое впечатление, что вот ты прям вот ногами, стопами с земли берешь эту силу идти дальше, что-то делать, что-то жить, жить хорошо, чувствовать себя прекрасно, жить в хорошем состоянии духа. И вот, ну, я гуляла полчаса, и все полчаса, ну, может, чуть больше, все полчаса вот смотрела вокруг и наполнялась этим. И это так интересно, это такая, знаете, игра ума, когда ты смотришь вокруг и думаешь, окей, так, а как я вот от этого наполняюсь, а как я вот это... А здесь вот такая красота, а здесь такая красота. И это просто невероятное что-то. Вода, у нас озера еще, вода, она тоже очень успокаивающая, очищающее чувство дает. Но мы с Ларькой остановились на некоторое время, постояли. Ларька, конечно, не понял, в чем прикол. Вот, но мы постояли некоторое время на одном месте, посмотрели вокруг. Ну, вот наполнялась я этим всем. И правильно вчера сказал человек, который натолкнул меня на эти мысли, на такие сегодня мои действия, что природа, она не терпит бездействие. Природа любит движение. Когда ты в движении на природе, если вспомнить там всякие шашлыки, походы и все остальное, вот тогда ты наполняешься. И мы с Ларькой шли, и я все это проверяла на практике. Мне удалось наполниться очень благостной энергией. Она не страстная, она не говорит «беги, гони, бегом, давай, все круто, погнали». Нет, она очень успокаивающая, умиротворяющая, но она наполняет тебя вот
по самой, от самых паль, кончиков пальцев до макушечки ты наполняешься этой благостью, этой невероятной силой, этим спокойствием и умиротворением. Поэтому вот сегодня мое утро проходит в таком настроении. Я вам желаю тоже, выберите себе 5-10 минут, выйдите на улицу, там, где есть деревья, где есть трава, где есть земля. Почувствуйте силу природы, почувствуйте эту красоту и энергию природы, наполняйтесь ей. Вокруг нас просто неистощаемый источник энергии и силы. Давайте им пользоваться, давайте не будем это игнорировать, не будем пропускать мимо. Пожалуйста, будьте счастливы, наполняйтесь любовью, умиротворением и радостью. И с вами была Маша и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослав Мудр Воронцов. Живи на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас.